Как хорошо, что я тебя встретила. Мне с тобой так хорошо. Ты такой хороший и добрый. Никогда таких людей не встречала. А знаешь, я тоже никогда таких прекрасных дам, как ты, не встречал. И я очень не хочу испортить эти прекрасные чувства между нами. Ой, как это мило! Стоп, а у нас сегодня третье свидание. Ведь так, да? Да-да, третье свидание. Мне так неудобно, но... Ты никогда не пробовал втроем? Ну, например, с матерью и дочкой одновременно? Нет. А хотел бы? Спрашиваешь, конечно, хотел бы. Ну, тогда тебе повезло, дорогой. Поехали ко мне. Давай проходи. Не стесняйся, давай проходи. Хорошая квартира. Мне нравится. Ну что, давай и с дочкой знакомиться. Дочь? Какую дочь? Мам, ты еще не спишь? Ну че, ребятки? Давайте трахаться! Озвучил Кузьма, анимацию сделал Мишаня при поддержке сайта comicsbook.ru. Не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии, а также подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. С вами были Мультконсервы.